Приветствую подписчиков, зрителей канала. В 2020 году модели Air Max 95 исполнилось 25 лет. В честь этого была выпущена коллаборация Nike и Atmos, которые создали новую версию кроссовок Nike Air Max Zoom 950. Atmos – это японский сникер-бутик. Основателем является Хомио Хидэфуми. История началась в 1993 году. Тогда это был маленький магазин обуви. Но за 10 лет ему удалось завоевать доверие крупных брендов, таких как Nike, Reebok, Adidas и Puma. Ассортимент был поднят на новый уровень, и Хомио начал участвовать во многих эксклюзивных проектах. Дизайн сегодняшней модели вдохновлен Японией. Также в Японии состоялся релиз этого первого силуэта. Верх модели изготовлен из текстиля, который покрыт полупрозрачной синтетической сеткой. Сетку дополнили волнистыми полосами, похожими на дизайн Air Max 97. Сбоку кроссовка Swoosh Nike красного цвета. Язык изготовлен из неопрена с перфорацией для хорошей вентиляции. Также на языке есть петля для подтягивания. А соединен язык эластичными резинками с внутренней подкладкой для лучшей фиксации. Задник изготовлен из искусственной кожи с петлей для комфортного одевания и изображением флага Японии. Промежуточная подошва из пеноматериала, а в средней части промежуточной подошвы массивная полиуретановая вставка с функцией фиксации стопы, уменьшающая риск травм. Особенностью модели стала обновленная подошва с гибридной системой амортизации, оснащенная двумя амортизирующими воздушными блоками Zoom Air салатового цвета передней части и воздушной подушкой в пяточной части по примеру модели Air Max 270, придающую дополнительную амортизацию и комфорт. Подметка резиновая для хорошей сцепляемости с поверхностями. Также модель имеет несколько расцветок. Носить рекомендую лето-осень. Цена 14 тысяч. Модель Air Max Zoom 950 – это идеальное дизайнерское решение с применением лучших технологий бренда Nike. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.